Проблема у евреев в том, что давайте говорить в открытую. Бальсулам говорит, мы должны принять на себя одну вещь, что мы виноваты во всем происходящем, что мы делаем из народов мира антисемитов. Понимаешь, насколько это тяжело принять, согласиться с этим и перевернуть голову, чтобы начать думать совершенно по-другому. Я делаю из каждого человека в мире антисемита, потому что я не даю ему методику исправления. Это то, что он говорит в конце предисловия книги Зоар. Так, не говори, что нет антисемитизма в мире. Не говори, что мир. Не рисуй себе что-то розовое. Смотри на истину, и когда ты увидишь истину, у тебя будут силы сказать, что да, я в этом виноват, потому что только у меня есть выбор. Только я могу что-то сделать. Если я не делаю, то никто не сможет сделать. Нет у народов мира свободного выбора. Им нечем действовать. Они говорят тебе об этом тем, что говорят, что евреи виноваты во всем зле в мире. Тем самым они говорят, что ты способен, а они нет. Сделать изменения. И мы должны объяснять это всем евреям в мире. Но, ребята, пришло время, мы должны действовать. У нас нет выхода. Мы должны изменять реальность. Чем хуже будет в мире, а хуже будет, потому что мы находимся в глобальном кризисе, все, что сделало человечество до сих пор, сейчас оно расплачивается за это. И только мы, только нам придется платить по этим счетам, потому что только мы, обладатели выбора, только мы можем сделать изменения. А все народы мира, которые восстают против нас, они восстают под действием высшей силы. Это все равно, что у тебя есть реакция на любое явление природы. Вода, воздух, ветер, все, что ты хочешь, реакция. Возьми и посмотри на народы мира. Это естественная реакция на то, что мы не делаем. Сделай свое действие, как полагается, и они тебя на плечах, на руках поднимут на самые вершины. Они результат твоего действия, правильного или неправильного. Народ Израиля, я имею в виду всех, у кого есть точка в сердце, и тех, кто евреи по рождению, все должны это понять. И все должны, соответственно, себя вести. Изо дня в день будет только хуже. Каббалисты об этом пишут. Это и есть наша работа.